изнутри, да господи, вот... Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый... Разбор на укулеле. Эту песню, на самом деле, я не планировала разбирать. Вы так сильно просили разобрать песню «Я урод» от Эндерли Бай, что я не смогла удержаться и разбираю сегодня для вас. И перед началом разбора я хочу вам сказать, что это всего лишь песня. Не нужно воспринимать ее всерьез. Не нужно думать, что вы некрасивы. Вы красивые пупсики мои сладкие. Вот даже вот ты сейчас смотришь и думаешь, что, блин, я некрасивая, Дарь. Забудь про это все. Ты прекрасен или ты прекрасна. Помни об этом. И хочу напомнить, что у меня в этом году есть цель собрать 100 тысяч подписчиков на канале. Поэтому, если ты впервые на моем канале, тебе понравится этот разбор, обязательно подпишись, потому что у меня есть куча всего интересного, что посмотреть. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. Вот так вот она будет у тебя выглядеть. Разбор на укулеле. На самом деле песня супер простая. Единственное, тут меняется самый базовый бой. И, в принципе, все, аккорды тоже простые. Начнем как раз с них. И первый аккорд, который нам понадобится, аккорд ЕМ. Мы зажимаем первую струну на втором ладу, вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. Второй аккорд, аккорд С. Просто зажимаем первую струну на третьем ладу. Далее у нас идет аккорд G. Мы зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую на третьем. И последний аккорд, аккорд D. Мы зажимаем четвертую, третью, вторую струну на втором ладу. У кого проблемы с аккордом D, у меня есть целый отдельный видос про аккорды. Обязательно его посмотри. Это все у нас аккорды, то есть ЕМ, С, G, D. С аккордами разобрались. Теперь, что касаемо боя. В выступлении у нас будет играться следующий бой. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Чуть быстрее. И этот рисунок боя мы будем играть на один аккорд. И получается... И получается... На последний аккорд я делаю добавочный удар вниз, но вы можете это не делать. Затем мы начинаем с вами играть припев. В припеве у нас уже будет совершенно другой бой, но тоже простой. Будет вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. И вот как раз на вот этот вот самый первый удар вниз нам нужно, знаете, с такой, ну не то чтобы силой, с такой болью и ненавистью сыграть этот первый удар. То есть его нужно сделать громче, чем все остальные. То есть вниз, вниз, вверх, вниз, вниз. Теперь это все с аккордами. Да, вы заметили, да? То есть я вот первый удар прям как бы отделяю и делаю на него акцент. Что касаемо куплета, он на самом деле супер простой. Мы играем на один аккорд, 6 ударов вниз. Причем они у нас все такие будут как бы дробленые, но не обязательно считать, сколько ударов играть на каждый аккорд. И на самом деле все это почувствуйте по словам песни. То есть... теперь со словами. Да, возможно, меня раньше задевали ваши сплетни, но сейчас, смирившись с мысли, принимаю свои фишки. Ты не зовешь меня иначе, как парень. Четыре слова буквы, да я не идеальна. То есть, вы знаете, вот укулеле здесь делает как будто фоновой вот такой вот что-то шум. Кому сложно, можете просто играть на один удар
один аккорд, то есть. Но я могу вам дать небольшой такой лайфхак, как сыграть куплет легко, изящно и грациозно. Просто бейте по трем струнам, можете про четвертую вообще забыть, она вам нафиг не нужна здесь. То есть представьте, что вы, не знаю, что-нибудь на терке натираете, вот с таким вот, то есть еле заметный удар. Мы его дробим. И получается. Ну а далее играется припев с тем же самым боем, который мы выучили, то есть вниз. Вниз. Пара-та-дам, вся песня готова. Ну, если тебе понравился этот видос, то можешь поставить свой лайк. Также напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Ну, а если ты хочешь поддержать мои труды и старания, и чтобы почаще такие ролики выходили, то можешь подписаться на меня на Бусти. Например, эти ребята уже давным-давно это сделали и получают крутые ништяки и весь раздаточный материал на Бусти. Ну, а я напоминаю, что меня зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!